ведешь? Что тебе нужно от нас? Ну ответь! Ты же крутой, всемогущий! Чего ты молчишь? Сюда, скорее. Пошли с нами. А где полицейский? Он сбежал. Бросил тебя и сбежал. Сбежал? Странно. Мама, ты как тут оказалась? Тебя пришельцы освободили? Не совсем. Нам нужно спасти Захара, и пришельцы нам в этом помогут. Пришельцы? Но как? Пошли с нами, сейчас все увидишь. Мама, где мы? Пойдем туда, я тебе покажу. Слушай меня внимательно. Только ты сможешь спасти Захара. Тебе нужно пройти одно испытание. Какое? Смотри туда. Это же... Да, это кукла из игры в кальмара. И тебе нужно будет с ней сыграть в одну игру. Тише едешь, дальше будешь. Зачем? Там за ней находится Захар. И ты должна туда добраться, пока она отворачивается и поет свою песню. А когда она повернется, ты должна замереть на месте и не двигаться. Это что, шутка? А если я пошевелюсь, то что тогда? А если не пошевелишься, то дойдешь до конца и спасешь Захара. И тогда они нас всех отпустят. Это их условие. И даже сиреноголовый нас отпустит. Да. Они его уничтожат. Хорошо, я готова. Начинаем первую игру. Мы собираем красный свет в зеленый свет. Когда вы услышите слова «зеленый свет», можете двигаться вперед. При словах «красный свет» помните. Если будет замечено движение, вы выбываете.
Что с тобой? Мне кажется, сон страшный приснился. Какой сон? Про куклу из игры в кальмара. И про твою маму? Да. А вы откуда знаете? Мне тоже такое снилось. Только теперь мне кажется, что это был не сон, а видение.